Распятие как символ культуры, истории и национальной идентичности. Власти Баварии распорядились повесить кресты во всех государственных учреждениях земли. Зачем и как на это реагируют в других регионах? Татьяна Лагунова подробнее. На такие мероприятия немецких журналистов приглашают нечасто. Премьер Баварии Маркус Зёдер вешает бронзовое распятие в приемной государственной канцелярии, чтобы на личном примере убедить остальных баварских чиновников сделать то же самое. Пока что установка распятий в баварских госучреждениях – дело добровольное, но уже с 1 июня станет обязательным. Такое решение приняло правительство земли, чтобы подчеркнуть исторические и культурные традиции баварцев. И само решение, и формулировка «зачем» вызвали в Германии шквал критики, баварцев упрекают в попытках ущемить представителей других религий. Не в восторге и духовенство, представители церкви уже заявили, негоже использовать религиозную символику в политических целях. Официальный Берлин это решение пока не комментировал. Представители правительства только намекнули, баварцам стоит внимательно почитать Конституцию. В нашей Конституции есть два принципа, которые уравновешивают друг друга. С одной стороны, право на свободу вероисповедания, а с другой – обязанность государства соблюдать нейтралитет. Я надеюсь, что премьер Баварии тщательно проанализировал, соблюдается ли баланс в этом случае. Есть уже и первые акции протеста. Студенты из Регенсбурга инициировали сбор подписей с требованием не вешать крест в здании вуза. Дескать, университет – это территория разнообразия и свободы, в том числе и религиозной. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».